Одним из нестандартных мероприятий, которые проводятся в этом году впервые, является этот фотоконкурс. Главное вот в этих фотографиях, в этих снимках, это радость и улыбка, которая царит в глазах детей и людей, которые окружают наших сотрудников, которые выполняют службу по охране общественного порядка. Выбирали самую яркую, самую жизнерадостную, самую отражающую фотографию, ту действительность, которая есть на сегодняшний день. Вот они перед вами находятся. Чувства переполняют. На самом деле, это для меня первый конкурс, когда я видео присылал, а не фотографии. Вот, поэтому вдвойне приятна победа и награда. На душе чувствую волнение и радости, и гордости за то, что я смогла и сделала это. Я очень горжусь и благодарна всем тем, кто оказывал помощь с фотоснимками. И тем, кто в меня верил, когда вышла на сцену, была очень взволнована, а когда объявили меня лауреатом, то была большая радость.